сегодня я не могу сказать, что мы испытываем горечь от расставания с вами. В свою очередь, все сказали о них, а от лица троечников никто пока еще ничего не сказал. Эту обязанность хотел бы я взять на себя. Ну, большую часть своих походов мы, это я и те, кто за дверью сейчас не на виду, мы прошли рядом с вами. Ну, мы видели все ваши победы, поражения, учились на ваших ошибках, изучали ваши недочеты. В очередь я хочу, не просто хочу, обязан пообещать вам, что мы будем достойны вашей замены. Мы будем сами по утрам разжигать костры, и Владимир, не надо будет вставать для помощи нам. У нас не будет подгорать каша, мы не будем варить мясо и рыбу. Да, она у вас уже подгорала, Маша, это поздно. Мы не будем варить мясо и рыбу в одной кане. И даже после двух перевалов мы сумеем поддержать огонь в печке. Не будем также терять материалы походов, отчеты, ну и так далее и тому подобное. Я думаю, не стоит перечислять все и все. Показать таких, какими мы вам запомним, и таких, каких мы вам представляем в будущем. Берега рукава, и солнце бьет своим лучом. Спи, малышка, сладко-сладко, не печалься ни о чем. Подрастешь, окрепнут ножки, отдам тебя в суку. Пошагаешь по дорожке, из страховки ледоруб. Вдруг в квадрате, вдруг в палатке, и окружностью костра. Под гитару песни, кстати, не становится стара. Треугольник журавлений, следует солнце. На заре ты увидишь, мой любимый, за глазки закрывай скорее. Светка, здравствуй. Ребенок, дай-ка мне его сюда, справлюсь я. Не ерунда. Олене сказку хочешь? Ты же знаешь, нету ночи. Про оленя знают эти, про оленя знают дети. Спать не хочет. Хочет есть, это точно, опыт есть. Накорми его ты кашей, он и снёт. А вот и Саша. О, всем привет, живите без бед. Саша, Саша, как нам жить, как нам в армии служить? Посоветуй, как и быть, у тебя салон не пусти. Ладно, это не секрет. Слушай, молодежь, ответ. В память запиши на дыр, в роте главный командир. Как гласит простой устав, он начальник, значит прав. Но если он не прав? Прочитай опять устав. Раз начальник, значит прав. Значит, ты совсем без прав. Удивительный устав. Во-вторых, условие четвертое. В армии нет ненужных дел. В армии мы все не лорды, а приказы. Не беспредел. А приказ не беспредел. Если надо, косим траву. Если надо, роем кров. Главное, чтобы по уставу, главное без лишних слов. Как? Усвоили урок? А, проверяю мирно. Выполнять приказы в срок, равняясь смирно. Мой приказ – пойти добыть ночью. Молодцы! Банкир, право как его? Ес? Я давно тебя на алкоголь энергетики не лез.
нечего нам возиться. Пробки, лампы, провода. Больше я чинить провод не намерен никогда. Ведь осталось очень мало. Баксы делал включить, покумекать, подкопить. И Чубайса заменить. Милый, что с тобой? С булой принялся? Не думайте, я не Федя. И как он не сдвинулся. Ты же знаешь, я психолог. Защищаю я диплом. Без практической работы защитить его облом. Что у тебя за тем? Я ж не вид, как теорема. Не ехидничай, Светлана. Изучаю интеллект, я друга раза глубже, исторический аспект. Изучаю разум хиппи, поведение, язык. До чего же интересно, к иракезу бы привык. С хиппи я как будто дома, можно жить и не тужить. Постригусь после диплома, или так останусь жить. Всем привет, дед. Я успел? Поле уйма разных дел. Две контроли, три зачета. За день это не работа. За два года я забыл, когда в лес я уходил. Жег костер, пел под гитару. Эх, ребята, дней на пару, выбраться в весенний лес. Валютный интерес. А пустышки, а пеленки, на кого бросать ребенка? Нет, поход нельзя, зачет. И тем более работа. До чего ж мы докатились? До чего ж мы распустились? До чего ж мы так дойдем?